Всем привет! Вы на канале интернет-магазина карнавальных костюмов grandstar.ru. В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами детский карнавальный костюм для девочек. Это костюм апельсинки. Вот так вот выглядит в запечатанном виде костюм. Маленький такой, компактный, очень яркий. На видео вы, наверное, увидите, как ярко выглядит этот костюмчик. Сочные краски. Посмотрим сам костюмчик. У нас в товаре визитка нашего интернет-магазина. И давайте посмотрим, как выглядит костюм апельсина. У нас в комплект входит вот такой вот замечательный головной убор, ободочком сделанный. И наверх у нас прикреплена как будто такая вот долька апельсина. Набивная такая, мягенькая. Вот так вот она выглядит. Ободочек универсальный на любую детскую голову одевается. Вот такой вот красивый ободок. Далее в комплект у нас входят бриджики, ярко-оранжевого цвета бриджи, и на кончиках, внизу на бриджиках у нас прикреплены вот такие вот листочки зеленого цвета. Внизу бриджи у нас идут на резинке, по талии они тоже на резинке хорошо тянутся. Вот такие вот ярко-оранжевые бриджи. И в комплект у нас входит кофточка, вот такая вот удлиненная кофточка. Она по талии идет на резинке, тянется тоже, вот, то есть по объему, можете не переживать, ребенок влезет. И внизу она такая расклешенная, как юбочка сделана. Вот так вот это выглядит. Коротенькие рукавчики, рукавчики тоже на резинке. Посередине у нас как будто тоже большая долька апельсина, вы можете видеть. Кофточка сама атласная, а долька у нас такая велюровая идет, мягенькая, желтая. С оранжевым. Сзади кофточка вот так вот выглядит, и она у нас по шее на завязках идет. Вот такая вот удлиненная кофточка. Очень оригинальная моделька. Фрукты, овощи всегда нужны в детском саду и в школе, особенно на праздник осени. Вот если вам понравился костюм апельсинки, вы можете заказать его у нас на сайте grandstar.ru.